Сегодня у нас 22 августа 2018 года. Нахожусь на улице Гакелевской, что в Санкт-Петербурге. Направляюсь в сторону улицы Камышовая, 50. Сегодня погода теплая. Вчера дождь шел почти весь день. Возле дома, недалеко от дома. Но с той стороны там Серафимовское кладбище, про которое я тоже рассказывал. Тротуарную зону. Вон это та самая атмосфера, ориентир. Там он арбуз и дыни продает. Там вот что-то перекопано все. Зеленый свет светофора. Пару скажу, сколько машин.